Сынок, пожалуйста, пойми меня. Я ничего не могу сделать. Так не пойдет, Кемаль. Вы не можете быть вместе. Я не хочу вас слушать, Кемаль. В любви надо чем-то жертвовать. Если любишь Бахар, так расстанься с ней. Тетя Севги, вы еще не простили меня. Но поверьте мне, это больше не повторится. Я больше не стану врать, даю вам слово. И Бахара я не буду расстраивать. Сынок, да это уже давно осталось позади. Вы молодые, вы не видите правду. Что мы не видим, тетя Севги? Вы не ровня друг другу, сынок. Не ровня? У тебя семья богатая, понимаешь? Они не захотят, Бахара, они не примут ее. Тетя Севги, не знаю моей семьи, пожалуйста, не говорите так. Вы ошибаетесь. Да и деньги, и что-либо другое меня не волнует. Я Бахар люблю. Ты ведь не понимаешь. Простите меня. Я не стану вас слушать. Ни вы, ни кто-либо другой. Никто не помешает мне любить Бахар. Открой дверь, дитя. Мама, уйди отсюда. Пожалуйста, умоляю, уйди. Доченька, пожалуйста, умоляю, выслушай меня. Да что происходит, расскажите мне. Я была вынуждена, дитя мое. Не могла я позволить тебе стать несчастной, понимаешь? Так я буду счастлива, а? Если я расстанусь с Кемалем, я буду счастлива? Как ты могла так поступить, а? Как ты могла так поступить? Как ты могла сказать Кемалю, чтобы он расстался со мной? Мама... Кадыр, ради бога, заткнись, а, пожалуйста. Дочь, дочь, это ради твоего счастья. Сейчас ты злишься на меня, но завтра ты поддержишь меня. Ты что, не видела, в каком я была состоянии, когда я отдалился от него? Не видела, что ли? Ну а что будет потом, а? Когда вы захотите пожениться, если его семья откажется, а? Что будет? Да какая нам разница? Дитя, когда ты хочешь стать женой его, ты ведь становишься не только его женой. Ты становишься женой семьи. Ты знаешь его семью? Ты их не знаешь. Ты знаешь, какой у него отец, а? А мама его знаешь? Они выкинули на улицу девушку, которую сами растили. На тебя они даже смотреть не будут, не понимаешь, что ли? Я в своей жизни никогда не была счастлива. Ладно? Я впервые счастлива с Кемалем. Впервые. Почему ты не понимаешь меня, мама? Почему ты меня не понимаешь? Ради Всевышнего, ненадолго послушай меня. Я боюсь, что они плохо поступят с тобой. Кемаль последний человек, кто плохо поступит со мной. Вы что, на протяжении всей жизни будете вместе? Кузаны тебя не примут. Они с тобой хуже поступят, чем с той девушкой. Этот мужчина? Осман Кузан. Мама, почему ты так поступаешь со мной, а? Почему так поступаешь? Они не оставят тебя в покое. Мы для них даже не люди, они будут издеваться. Мама, ты тоже, конечно, преувеличиваешь. Никто не будет издеваться над нами. Кемаль этого не позволит. Этим отношениям придет конец. Нет, конец не придет. Что бы ни случилось, меня это не волнует. Я люблю Кемаля. Значит, я сделала выбор. Какой выбор? Я тебя ни капельки не волнуешь, что ли, дочь? Я тебя не благословлю в этом случае. Теперь ответь ко мне. Либо я, либо Кемаль. Умоляю, мама, не заставляй меня выбирать. Это ж сложный выбор. Все так сложно? Ты выбираешь парня, которого знаешь 2 дня? Я Кемаль люблю на целую жизнь. Мама, что с тобой происходит-то? Не видишь, что ли, как она любит его? Такие большие слова, конечно, говорить легко. Я мама, мама. И стараюсь я ради вас.
Делай выбор, Бахар. Если выберешь этого парня, вычеркнешь из своей жизни меня. А я тогда вычеркну тебя. Мама. Первый раз вижу тебя такой. Просто мне в первый раз нужно кое-что от тебя, вот и все. Не надо. Пожалуйста. Делай выбор. Значит, ты так легко можешь от меня отказаться? Вычеркиваешь меня, да? Ладно, Бахар. Ты бросаешь меня? Ты меня бросила, мама. Впервые в жизни я стала счастливой. Ты бы просила не быть. Сестра, ты не иди. Оставайся с мамой. Бахар? Берат, Бахар, что случилось? Все нормально? Все нормально? Что не так?